Своей фамилии называть не буду. Внешность вам моя, конечно, известная. По периодическим выпускам стендов не проходите мимо, их разыскивает милиция. Рост средний, глаза карие, жена на базе. За складом. Ворует. Прописан в Московском театре «Сатиры», спектакле «Маленькие комедии большого дома», кличка «Грабитель». И должен сказать, что не на сцене, а в жизни нам, профессиональным грабителям, стало как-то, в общем, трудно работать, потому что с преступностью у нас плохо. В смысле хорошо, в смысле нет ее, в смысле есть, но мало. Вот. Алло, милиция. Алло. Нас грабят. Че милиция? Ты куда звонишь-то? Положи трубку. Положи трубки, руки вверх. Вот, и все руки вверх. Это я предупредительный выстрел делал. Сначала два предупредительных, а потом уже вот. Вот. Ты что разошелся-то, а? Я не разошелся. Настроение у меня такое. И работа такая вот. Моя работа важная, она мне очень нравится. Я помогаю гражданам от ценностей избавиться, и мне всегда сопутствует удача и везение, поскольку пребываю в хорошем настроении и люблю я вечер и ноча, ладня, январский синек и майскую акацию. Распахнуты все двери для меня. Для мастера такой квалификации. Свои секреты, фокусы вам не открою сразу. Я ведь с уголовным розыском. У нас задачи разные, у всех задачи разные. Но важно, тем не менее, чтоб мы встречали каждый день в хорошем настроении. И люблю я вечер и ноча, ладня, январский синек и майскую акацию. Распахнуты все двери для меня. Для мастера такой квалификации. Опа, опа. И если стены ваши я оставлю завтра голыми, не унывайте, граждане, не опускайте головы. Считайте, что вещички мне вы сдали на хранение. И оставайтесь, милые, в хорошем настроении. Люблю я вечер и ноча, ладня, январский синек и майскую акацию. Распахнуты все двери для меня, для мастера такой квалификации. Привет. Давно сидишь? Да. Два спектакля театра «Сатиры», «Маленькие комедии большого дома» и «Женитьба Фигаро» были столько раз показаны по телевизору, что они как бы уже такое явление, наш постоянный спутник нашей жизни, бы я сказал. В то время они были наиболее, пожалуй, два посещаемых спектакля этого театра. Вообще театр был на огромном гребне славы. Ну, о «Фигаро» мы поговорим как-нибудь в другой раз, обязательно поговорим. А что за маленькие комедии, то отрицательные там были герои или положительные, все они были одинаково симпатичны, одинаково трогательны, как-то по-домашнему милы. Так что я готов им, и мы всем готовы были все простить. Что значит простить? Вы меня вызывали? Вызывали. Вызывали, значит, я должен хотя бы записать протокол. Я не вызывал. Ну, это естественно. Фамилия, имя и отчество. Какая, девичья? Нет, ваша. Моя? Да. Ну, как моя фамилия? Вот сидит автор. Он мне дал фамилию, имя не дал, ничего не дал. Грабитель. Грабитель? Да. Это ваша настоящая фамилия? Настоящая у меня это не Лушим Катрапс. Как? Если в зеркало читать. Ах, то есть наоборот? Наоборот, да. Спартак Мишулин. Да, не Лушим Катрапс. Ясно. Год вашего рождения? Я родился в 1908 году. Место работы? Летом, значит, я по квартирам здесь, когда все на дачах. А зимой, значит, я на дачах, они у себя дома все. Кто может подтвердить эти показания из зрителей, что это действительно Спартак Мишулин? Кто видел его в спектаклях? Пожалуйста. В 70-х годах я практически не пропускал ни одного спектакля театра «Сатиры», и конкретно этот спектакль тогда же видел в исполнении уважаемого Спартака Мишулина. Вы хотите познакомиться? Пожалуйста, я вас знаю. Спартак Мишулин. Анатолий Рыкант. Не можете сказать адрес и квартиру номер? Для вас, но естественно. Спасибо, но тем не менее пройдемте. Пройдемте, я должен снять ваши отпечатки пальцев. Это милая, симпатичная, веселая, абсолютно позитивная, не сатирическая пьеса. Была написана двумя авторами, двумя соавторами, Григорием Гориным и Аркадием Арканом. Григорий Израилович, прошу на сцену. Вот сюда, в диван, пожалуйста. Помнится, как раз в этой сцене фигурировали всякие козетки, канапе. Так что посидите на диване, пожалуйста. Да, очень уютно. Я вдруг вспомнил, что совсем в ранней юности у нас в Лефортово был такой диван, и поэтому так сразу хочется вернуться в детство и облокотиться. Итак, 75-й год, уже идет «Тиль» и «Маленькие комедии большого дома». Да, они почти одновременно, говорю, появились. Как бы это было завершение одного этапа в моей жизни и практически соавторство с Аркановым. Как бы мы сами пошутили в то время, что, знаешь, вдвоем можно работать до определенного этапа, когда что-то создавая радостное и веселое. Потом хочется что-то индивидуальное, типа «выхожу один и на дорогу». Написать «выходим мы вдвоем на дорогу» — это уже разбой больше напоминает, чем что-то очень интимное. И вот это среди личных вещей. Значит, это был «Тиль» в театре «Ленком». С этого, собственно, и начался театр «Ленком» в том виде, в каком мы его имеем. И режиссер Захаров, который перешел из театра «Сатиры», это всего одного замеса теста вылило. Просто он оттуда был как бы изгнан по-своему, потому что два его лучших спектакля, а именно «Доходное место» с Мироновым и «Банкет», написанный нами с Аркановым, они были запрещены, мало кто еще помнит, может быть, только из сидящих в зале, они были запрещены, между прочим, той очаровательной министершей культуры госпожи Фурцевой, о которой мы сейчас вспоминаем тепло, но вот мне по поводу ее закрытия вспоминать тепло особенно не приходится. Я вспоминаю, как она пришла на эти спектакли, потом в кабинете главного режиссера топотала ногами и кричала, что вы хотите, чтобы у нас танки были здесь, на площади Маяковского. А тогда был закрыт в Польше спектакль «Дзяды». Потом она уходила, с гневом зашла в туалет. Я сейчас никогда не забуду, как выгнали всех женщин из туалета, министры и остальные женщины посещали туалет раздельно. Вот. Видимо, министр это делал как-то по-своему, и это государственная тайна. Ну, вот такая деталь, раз у вас вторая квартира, вспоминается всякая ерунда, мелочи, но они определяли время. Это самое ценное есть, конечно. Конечно. Так вот, Марк Захаров пришел в театр, и такой спектакль у нас и должен был возникнуть, тогда и возникл как идея «Тиль». Такой дерзкий, ну, вот сегодня он кажется наивным очень, но тогда идея казалась, что вот шут, не подчиняющийся властям, шут, который может показать задницу залу, он, собственно, этим и венчался в спектакле. Мы увидели первый раз лицо Чуриковой, которая пришла просто впервые ее большая театральная роль во взрослом театре. Причем, когда она пришла на репетицию, ведь пьеса писалась каждый день по куску. Вот репетируется, и следующую сцену как бы я пишу. Я жил на улице Горького напротив театра. Вот утром напишешь кусочек и идешь репетировать. Когда я увидел Инну Чурикову и увидел, как она играет Нелли, то мы с Захаровым заперлись в кабинете. Он сказал, глупо такую актрису выпускать в одной роли. Давай придумать как-то так, чтобы она сыграла несколько. Тогда возникла идея, что у Тиля были много женщин на пути, но все они были похожи на какую-то женщину мечты, которую играла Инна Чурикова. Коля Караченцев впервые сыграл главную роль по-настоящему и стал звездой. Мы увидели его прекрасное лицо и увидели его задницу в красных панталонах. Поражала общественность, но вызывала радость. А вот на сдаче спектакля управлению культуры он показывал задницу? Да. К этому не знали, как относиться. Во-первых, это народный герой. Тиль, Уллиншпигель, значит, это народный герой-освободитель. И, естественно, мы, как страна, победившая социализм, должны его поддерживать. Тот факт, что он... Царя не любил. Хамил, и эпатировал власть, мы как-то не очень применяли к себе. Хотя понимали, что этот фактор существует. И он вообще воспринимался как... по тем временам, как какая-то форма диссидентского протеста. Мы так ловко перехитрили. Мы играли про народного героя, начальство ходило, смотрело, щелкало языком, не знало, как укусить и запретить. Сколько лет шел спектакль? Он практически шел до года два. Он снят и только потому, что был пожар в Ленкоме, и сгорели костюмы, часть костюмов. Сколько стоил билет на руках, не знаете, у спекулянтов? Ой, я сейчас по тем деньгам-то я не помню. Я вам скажу, значит, мы с друзьями зимой 1975-го года был такой Григорий Иванович, причем совершенно не ясно, так ли его звали на самом деле, но он так представлялся. Такой спекулянт, который уводил стражущих, он вычислял по глазам, что явно это не подосланные, значит, филеры, не провокация, уводил куда-то за мусорные ящики и по 5-7 рублей... впаривал. Да. По 5-7 рублей это туда, наверх, конечно. Да, да. Мы за 5 рублей, значит, вчетвером, 4 бакинских студента туда вошли, 2 мальчика, 2 девочки. Встали, сидеть было бессмысленно. Последний ряд амфитеатра, балкон, там ничего не видно, сидя. Стоя, отсмотрели первый акт, девочка, с которой я был, повернулась ко мне и сказала, с невероятными глазами, это описать невозможно, сказала, я сейчас с ужасом подумала, ведь мы же могли не попасть. Понимаете? Это сильное, очень было впечатление на всю жизнь. Я повторил бы за той девочкой, сейчас еще раз, какой был бы ужас, если мы тогда не попали. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Итак, 1975 год был, вероятно, достаточно обычным и ничем не отличавшимся от других годов для детского дома для глухонемых детей в городе, который тогда назывался Загорском. Через 5 лет, в 80-м году, этот дом получит государственную премию. Но, повторяю, через 5 лет. А сейчас просто 75-й год, и его директора Альвина Валентиновича Апраушева я прошу выйти сюда. Вот в это кресло, пожалуйста. Первый вопрос не имеет отношения к делу. Почему вас так неожиданно, необычно зовут Альвин? Мой отец закончил Ленинградскую лесотехническую академию и был направлен на Урал для отработки практики. А в это время туда были поставки юнора американские. И с этими поставками приехал некий господин по имени Альвин. Ну, по всей видимости, Альвин. Это на русский манер Альвин. И в честь своего друга Американец он меня назвал, отец меня назвал Альвином. Так что советско-американская дружба началась давно. Скажите, пожалуйста, у вас есть такой термин «очеловеченное пространство». Да. Он имеет прямое отношение к тому, как вы занимаетесь вот с глухонемыми детьми. Со слепоглухонемыми детьми. Слепоглухонемыми. Да. То есть у них одновременно нет ни зрения, ни слуха. Иногда с самого раннего детства. И перед нами стояла проблема научить их быть людьми, очеловечить. Ну, надо сказать, что человек, рожденный людьми, может быть человеком, а может и не стать человеком. Что такое очеловеченное пространство? Потому что я так понимаю, что в этом заключается основной метод. Пространство, насыщенное предметами обихода, прежде всего. Дело-то в том, что мы незаметно становимся людьми, потому что мы расшифровываем опыт, заложенный, материализованный в этих предметах обихода, заложенный многими поколениями. Однажды в детский дом ко мне приехал москвич, мужчина, на машине, и попросил меня проконсультировать ребенка. Пока мы ехали, он мне рассказал, что у них очень комфортабельная квартира, что ребенок имеет отдельную комнату. А когда мы приехали туда, отец достал ключ и стал отпирать комнату, в которой, оказывается, был ребенок. Когда он открыл дверь, я совсем ошалел, потому что ребенок оказался совершенно в пустой комнате. Причем он стоял на одной ножке, опершись рукой о стенку. Видимо, таким путем он воспринимал вибрацию от шагов в квартире и от открываемой двери. Извините, пожалуйста, они что думали, что в пустой комнате ему ничего не угрожает, да? Он не ударится? Именно не так. Мне так и объяснили в семье, что, видите ли, он не видит, не слышит. Мы боимся, что он обо что-нибудь споткнется, упадет и так далее, и так далее. Но интересно, что на подоконнике стояла кастрюля металлическая, большая. Спрашиваю, а кастрюля-то зачем здесь? Он говорит, играет эта кастрюля. Как играет? Отец берет руку ребенка, подводит к подоконнику, берет ребенок кастрюлю, надевает себе на голову и начинает в ней орать. Таким образом он развлекался. Вот единственное развлечение было от вибрации ора в этой самой пустой кастрюле. Жаль, что его в детский дом так и не отдали. Нам крест самим этот нести, сказала бабушка, и мы будем его нести. Скажите, пожалуйста, ну, в таких случаях достаточно часто был успешен ваш опыт? Не всегда, не всегда. Наш опыт был удачный. Но все-таки? Но есть случаи, которыми вы гордитесь, скажем? Безусловно, такие случаи есть, он не один. Ну, по крайней мере, четверо из наших выпускников закончили Московский университет. Некоторые имеют сейчас ученые степени. Слепоглухонемые? Да, слепоглухонемые, да. А я сейчас обращаю внимание всех присутствующих сюда, в зрительный зал. И хочу представить вам Александра Васильевича Суворова. Это полный тезка и однофамилец великого полководца. Я прошу, Борис Михайлович, я прошу вас также встать, быть с нами рядом, вот если можно так, чтобы все видели, почему. Дело в том, что Александр Васильевич лишен дара видеть, слышать и говорить. Когда мы встречаем таких людей в жизни, возникает естественное чувство сострадания. Это нормально. Но вот вы сейчас видите перед собой Александра Васильевича, у которого эти недостатки внешне, в принципе, на первый взгляд, никак не отражаются. Более того, он сейчас знает, о чем мы с вами говорим. Вот посмотрите, пожалуйста. Борис Михайлович ему все переводит. Борис Михайлович, покажите, пожалуйста, всем, как вы сообщаете информацию Александру Васильевичу. Вот так сейчас мы будем беседовать. Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, как же вы попали в Загорск? Сначала я хочу хулиганить. Вы тут показали наш способ общения, да. А вот эту букву вы знаете? Это буква? Это действительно буква. В американском тактильном алфавите это Т. Это буква Т. Понятно. Скажите, что вас связывает с Загорском? Ну, в Загорск задай, папан. Папа попыталась в тюрьму в больницу. Просто это, ну, я потерял слух, В 9-летнем возрасте, когда учился в школе слепых. И мама беспокоилась, что продолжать там учиться, там, где не смогу. Сразу в стали искать другую школу. Рассказывала мне потом, что писала письма, ответа не получала. Тогда ее сотрудник поехал в командировку в Москву. Я одна попросила его выяснить судьбу своих писем. Он зашел в приемную Верховного Совета СССР. Оттуда позвонили в Министерство социального обеспечения. И, в общем, вопрос был решен. Вопрос был решен. Я хотел бы сказать, что Александр Васильевич – доктор психологических наук. Александр Васильевич… Ой, мне тяжело говорить, тяжело. Я смотрю на вас. Александр Васильевич – почетный член огромного количества обществ. Он рыцарь целого ряда орденов. Сегодня он работает вот под руководством Бориса Михайловича Бим-Бада. Борис Михайлович, как складывается ваше сотрудничество? Александр Васильевич один из самых глубоких и интересных авторов в области педагогики, психологии, философии. И на кафедре педагогической антропологии нашего университета Российской академии образования он самый плодовитый и энергичный автор, так что все складывается замечательно. Александр Васильевич, скажите, а как вы научились говорить? Ведь вы не говорите. А как и вы, совершенно точно так же. В дефектологии существует такой термин «сохранная речь». Это как раз мой случай. Я... Здесь не точно сказать. Поздно оглохший слепой. Поздно в педагогическом смысле. Тогда, когда основным способом общения уже стала устная речь. 9 лет. И притом слух падал постепенно. Так что устную речь не терял. Одна сохранная. Александр Васильевич читает лекции восхитительные, его очень любят студенты. Вы понимаете, мы действительно, мы сейчас находимся, я попадаю под ваше влияние, дорогие друзья, находящиеся здесь, у вас у всех влажные глаза, но перед нами удивительный случай торжества духа, торжества человека. Спасибо. Я хочу пожелать вам огромных успехов. И дай Бог, чтобы ваш пример помог многим, которых судьба обделила. Спасибо вам большое. Начальник советской, то есть русской тифлосурдопедагогики, так называется наука, изучающая слепоглухонемоту, однажды сказал, что если бы обычная наша школа с ее педагогикой использовала опыт, который мы получили в обучении слепоглухонемых, никакой бы фашизм нам не был бы страшен. Вот ведь какая заявка грандиозная. И вы знаете, слова Соколянского подтверждаются. На самом деле, удивительные вещи получаются. Замечательно. Вот мне очень... Я почитал вашу книжку, мне так врезалась мысль, она, я бы сказал... Извините, что я вообще раздаю оценки. Блестящая в художественном отношении мысль, когда снимался документальный фильм об этом детском доме, то Альвин Валентинович попросил режиссера ни в коем случае не снимать фильм черно-белый. Потому что черно-белый фильм на фоне, ну, человеческого несчастья, как я понимаю, да, усугубил бы как бы это состояние и сделал бы картинку, ну, безысходной. Да, так что ли, да? Краски яркие должны были показать, что это нормальная жизнь, и в ней все возможно. Вот так я бы сказал. Это блестящая мысль. Я просто хотел вам это сказать, что мне это производит сильное впечатление. Спасибо. Ребят, дайте штуку, пожалуйста. Это от нашей старой квартиры ребятам, которые там находятся. Я его даже не удержу. Для этого нужно машину. Это мы там договоримся. Слава Богу, а то так. Спасибо. Его можно. Спасибо большое. Итак, 1975 год. В одном из московских ресторанов достаточно с большим успехом поет молодой, никому неизвестный артист. И вот в 1975 году происходит нечто невероятное. Песни в исполнении этого артиста звучат по радио, по телевидению. Во всяком случае, имя становится известным. Вот его я хочу пригласить сюда, в нашу старую квартиру. Фамилию не называю специально, а просто хочу попросить. Напомни те песни второй половины 70-х годов, которые мы все пели. Это были песни в твоем исполнении. Пожалуйста. Хочешь, я в глаза взгляну в твои глаза и слова припомню все и снова повторю. Прощай от всех вокзалов, поезда уходят в дальние края. Сочинял сапожник песню целый день. Их сегодня сочиняют все, кому не лень. Алло, алло, Алена, кричу я в трубку телефона, но лишь три слова. Помните? Нет? Нет. Такая уж любовь, такая вот любовь, такая есть любовь, 17 лет. Не помните? Ну что тебя... Так тянет танцевать. В реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Не помните? Не? Так, ну я хочу, я прошу прощения, я могу сейчас назвать фамилию человека, который стоит здесь на сцене. Это Игорь Иванов. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Игорь, как случилось, что в 1975 году вдруг ты стал очень популярен? Ну, я пел от души, от сердца в ресторане на Арбате, Калининский проспект, Октябрь. И вдруг по голосу Америки, я, правда, этого не слышал, сказали, что вот в ресторане музыка там неплохая, певец неплохой, как бы это, наверное, про меня. И на следующий день пришли многие наши маститые авторы, такие как Дербенев, Тухманов. Ну, хорошие люди, достойные, которые наша страна любит, уважает. И я получил приглашение работать во многие коллективы, ведущие коллективы нашей Родины. Ну, в такой ансамбль, как «Поющие гитары» на роль Орфея. В то время была опера, помните? Да, «Самоцветы», «Веселые ребята». Ну, не ошибусь, если практически все самые популярные коллективы пригласили меня к себе на работу. А Давид Федорович Тухманов предложил записать пластинку. Да, 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 это была удивительная пластинка, которая выйдет пока что несколько позже. Ее еще нет на прилавках магазинов. Но давайте, мы же все-таки можем что-то сделать. Есть, нет, вот есть. Я покажу эту пластинку. Она нас всех поразит, эта пластинка, потому что здесь впервые было что-то нарисовано. Обычно мы привыкли к лицам исполнителей, а вот здесь был какой-то рисунок. Она неожиданно как-то врезалась в наш взор. И там были песни, которые записал... Там была одна песня, которую я имел счастье записать. Это песня про студента, наверное, помните? Да. Во французской стороне. Но мы сегодня послушаем эту песню? Ну, конечно, обязательно. Послушаем, да? Начи уже планей, предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я, не сказать словами, плачьте, милые друзья. Горькими слезами на прощание пожмем мы друг другу руки, и покинет отчий дом мученик науки. Вот стою, держу весло, через миг качали сердце бедное, свело скорбью и печалью. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим, много лет прожили мы вместе, сохранив святой обет верности и чести. Но так будьте же всегда живы и здоровы. Верю, день придет, когда свидимся мы снова. Всех вас вместе соберу. Если на чужбине я случайно не помру от своей латыни, если не сведут с ума римляне и греки, сочинившие тома для библиотеки, если не профессора, что студентов учат, горемых и школяра, нас смерть не замучат, если нас смерть не убьют, на хмельной пирушке обязательно вернусь, вам, друзья, подружки, восстану, держу слово, перед ним качали сердце бедное, свело скорбью и печалью. Попробуем вместе дружно. Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Спасибо. Спасибо. Еще мне очень приятно сегодня побывать в гостях у передачи «Старой квартиры», выступать на этой сцене, потому что я здесь вырос. Буквально вот на Делегатской я провел всю свою молодость. Тут был еще семинарский тупик, где находится больница. Там стоял последний мой дом, откуда я потом переехал. Ой, аж задохнулся, на Речной вокзал. Ну, тогда заходите по-соседски. Когда заходите, Игорь. Спасибо большое. Спасибо. Как вы помните, в прошлые программы мы смотрели наш семейный альбом, мы видели фотографии на общественно-политические темы, видели фотографии светской жизни. А вот сейчас я хочу попросить вас показать фотографии, которые связаны с вашим домом, с вашим бытом. То есть тема «Бытовая фотография». Пожалуйста, у кого есть? На этой фотографии я со своими домашними животными. Это маленькие пушистые комочки беленького цвета, которые очень радовали всех моих родных и меня в том числе. Спасибо, спасибо. Так, пожалуйста, ваша фотография. Вот эта фотография я снималась в кинофильме «Человек родился» в 1957 году. Вот Володя Гусев. Вот эта фотография. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Это я раньше жила, это как раз 1974-1975 год, метро «Аэропорт». И вот здесь совершенно очаровательно, не знаю, может быть, мелко не видно, одуванчики. Это вот было от метро и до домов, там две дороги и одуванчики. Прекрасные совершенно, вот мы сидим с детьми в этих одуванчиках. Чуть позже, когда мы уже отъехали оттуда, там теперь одни дороги и ходит трамвай. Вот по этим чудесным одуванчикам. Да, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, прошу вас, Елена Георгиевна. Это первая фотография, которую мне подарил Сахаров, ну, на заре наших личных отношений. Через несколько дней я поехала в Ленинград к моим близким друзьям. Утром, когда моя приятельница отправила своих детей в школу и детский сад, мы с ней пили кофе, и я, ничего не говоря, показала ей эту фотографию. Она очень внимательно посмотрела и сказала, а у нее такой лексикон немножко, она не моего поколения, а почти поколения моих детей. Он немножко такой простонародный, что ли, я бы сказала. Она мне сказала, ой, девка, а он случайно не алкаш? Вот это такая смешная фотография, встреча 73-го года. У нас на кухне. Еще мы не все готовы к встрече, поэтому моя дочь в переднике. Андрей Дмитриевич смотрел на меня, он всегда любил на меня смотреть. А мой сын, вот сидящий сзади, решил его повернуть лицом к фотографу. И эта фотография сопровождалась комментарием, что вот так они вертят Сахаровым. Спасибо большое. Старая квартира, передача историческая, но касающаяся, так сказать, ближней истории. А есть настоящая, давняя, глубокая история, определившая лицо нашей страны. Вот сейчас здесь мы погасим свет и зажжем не экран, а свечи, чтобы придать пространству и настроению такой муаровый, что ли, оттенок, погружение в другие времена. Представьте, что по этому пространству бродят герои, палачи, жертвы, патриоты и непатриоты своей страны. В общем, мы переходим к новой теме. 14 декабря 1825 года Николаев встал около 6 часов. Бенкендорфу, который пришел к нему во время одевания, он сказал: «Сегодня вечером, быть может, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». Ближе к 7 Николай вышел в залу Зимнего дворца, где генералы и полковые командиры приняли присягу и отправились по своим дивизиям, бригадам и полкам. Около 8 часов утра закончилась процедура в Сенате и Синоде, после чего началась присяга в полках. Сегодня в нашей старой квартире находятся потомки тех, которым судьба уготовила стать как бы символами чести, достоинства и веры. Я сейчас хочу попросить наших замечательных гостей представиться. Я правнучка Одоевского Александра Ивановича, поэта, декабриста, участника на Сенатской площади. Кондурева Ирина Александровна. Он автор, как всем известно, ответа Пушкина «Послание Сибирь». Спасибо. Пожалуйста, прошу вас. Я Якушкин Иван Георгиевич, праправнук декабриста Якушкина Ивана Дмитрича, участника войны 12-го года и походов заграничных, одного из организаторов Союза спасения, первой декабристской организации. Правда, Иван Дмитриевич не участвовал в восстании 14 декабря, и поэтому сам не считал себя вправе называться декабристом. Якушкин провел 10 лет на каторге, и затем в Елуторовске много посвятил времени народному образованию. Он был основателем 2 школ, где преподавал сам. Спасибо. Моя фамилия Вульф Дмитрий Алексеевич. Я внучатый племянник декабриста Свистунова и праправнук Муравьевых. Дядя моего отца был декабрист Свистунов Петр Николаевич. Он пробыл на каторге, был осужден по 2-му разряду, но был на каторге 10 лет, и затем ссылки в Калуге, в Тобольске и в Калуге. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, кто еще из наших гостей? Прошу вас. Я праправнучатый племянник руководителя восстания на Сенатской площади Евгения Петровича Оболенского и зажег его подсвечник. Это память об этом замечательном человеке. Это символ мужества, доброты, бескорыстия, честности, вообще самых лучших человеческих качеств. Спасибо. Внучка воспитанника декабриста Батенькова. Если 5 человек повесили, 120 отправили в Сибирь, то 1 декабрист 20 лет просидел в одиночной камере. Судьба свела потом на поселении и на после амнистии с моими прадедами. Моя прабабушка Ольга Павловна Лучшева была в большой дружбе с Батеньковым. Простите, пожалуйста, даме такой вопрос не задают, но я хотел бы задать. И скажите, сколько вам лет? В 11 году моего отца исключили из числа студентов Московского университета за участие в студенческих забастовках, без права поступления в университет России. За своего отца, врача, он получил большую земскую пенсию и уехал в Женеву, в Швейцарию, взяв с собой свою любимую жену. И там в 11 году я родилась. Значит, вам 86 лет. 86 лет. Прошу вас, пожалуйста. Это Цинская Татьяна Семеновна. Я праправнучка Михаила Федоровича Орлова и правнучка декабриста Кривцова. Оба они не были участниками декабрьского, так сказать, выступления на Декабрьской площади, но оба пострадали от того, что были участниками и Северного и Южного тайных обществ. Спасибо, спасибо. А вот сейчас я хочу еще обратиться к вам. Я знаю, что вы с собой принесли реликвии, которые хранятся в ваших семьях. Пожалуйста. Ну, вот эта вот солонка, которая была на каторге у декабриста Сергея Ивановича Кривцова. Потом у меня есть набор, который принадлежал Михаилу Федоровичу Орлову, участнику войны 12-го года, человеку, который когда-то принимал капитуляцию Парижа после войн Наполеона. Ой, не могу справиться. Невольно начинаю волноваться. Пусть она не открывается. Вот эта шкатулка, пожалуйста. Вот это вот цепь мирового судьи. Это сын Михаила Федоровича Орлова, был мировым судьей в Саратовской губернии. И эта цепь хранится в нашей семье. А вот это знак мирового посредника, которым был сам Сергей Иванович Кривцов. Спасибо, спасибо большое. Пожалуйста, у вас очень много с собой. Давайте я вам помогу. Я вам помогу, пожалуйста. В моей семье хранятся удивительная вещь. Часы, у которых сзади надпись 14 декабря 1858 года. Они в этот день всегда дарили друг другу подарки. Эти часы подарены были Оболенским и Свистуновым Гавриилу Степановичу Батенькову. Папа берег их всегда очень, при нем они шли, я их наладить не могу, но по всей Сибири мы возили эти реликвии. У меня сохранилась чернильница Гавриила Степановича Батенькова. Ну, у нас еще дома есть и другие вещи, я не буду о них говорить. А вот у нас есть удивительное от декабриста Розен, медальон жены Розена. Тут написана дата 1826 год. Позвольте, я покажу, чтобы все видели. Пожалуйста. И потом от декабриста Балуева, потомка Давыдова, он мне сегодня, он не мог прийти, передал кольцо из кандалов декабристов, на котором написано «Ничто меня не изменит». Знаете, у нас ужасное положение. Наш музей декабристов закрыт в Москве. Приказом министра Сидорова закрыт 2 года тому назад в мемориальном доме Муравьева Апостола. Мы призываем всех помочь нам, открыть нам музей. У нас масса вещей, у нас очень много еще живых, пожилых людей, которые могли бы рассказать о бескорыстии, о чести. Не надо говорить, что они хотели царя убрать. Не в этом дело. Дело в том, что у этих людей было братство, благородство, честь, которые мы хотим еще как-то живые, которые мы остались передать людям. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, прошу вас. Кольцо сделано братьями Бестужевыми. Они сделаны из оков князя Оболенского. А поскольку люди были бедноватые, вот это руками князя Опального сделаны подарки родным. Вот в таком виде они, так сказать, и слались. Спасибо, спасибо. Да, пожалуйста. Это картина итальянского художника 17 века Романелли. Она имеет очень интересную историю. Она была послана в Сибирь декабристу Якушкину, его ближайшим другом, Петром Яковлевичем Чаадаевым. И впоследствии на поселении она висела в кабинете Якушкина в городе Елутровск. Вот это вот одна из вещей очень дорогих, которая сохранялась в нашей семье. В нашем в нашей жизни есть такие реликвии, настоящие, живые. До сих пор в Петербурге проживает внук декабриста Завалишина, Юрий Иванович Завалишин. И вот у Дмитрия Алексеевича вы спросили, сколько ему лет. Через несколько недель будет 90. Я хочу, чтобы вас еще раз все увидели. Спасибо, что вы пришли сегодня. А далее мы слушаем официальную информацию. Вокруг Сената 10-11 часов. В криках и барабанном громе восставшие московцы стремительно прошли по Гороховой, заставляя встречных офицеров и статских кричать «Ура, Константин!». Роты миновали Исаакиевскую площадь, обогнули заборы, опоясывающие то место, где возводился собор, и вышли к бронзовому Петру. Бестужевы и Щепин начали строить каре возле монумента ближе к Сенату. Почему мы, собственно, вспомнили о декабрьском восстании сегодня? Дело в том, что в 1975 году исполнилось 150 лет декабрьскому восстанию. В 1975 году на экраны вышел фильм, названный в соответствии с пушкинской строкой «Звезда пленительного счастья». Владимир Яковлевич Мотыль, пожалуйста, на сцену. Скажите, пожалуйста, как вообще отмечалось 150-летие? Я слышал, что власти вообще пытались зажать тогда это все. Ну, знаете, 150 лет декабристов отмечала Россия. Власти позаботились тогда о том, чтобы этот юбилей прошел незаметно, но власть и Суслов не учли одной вещи. Маховик подготовки к юбилею декабристов уже был разогнан настолько, что остановить его не удалось. Академик Мелиса Васильевна Нечкина проделала за несколько лет огромную работу. Началось издательство «Восточно-Сибирское» в Иркутске, целой серии публикаций, книг, замечательных документов, мемуаров декабристов. Подготавливались спектакли, и в том числе и был запущен мой фильм, значит, который, сценарий которого был утвержден в 1973 году. Правда, утверждение было совершенно случайно, нелепо. Я был совершенно потрясен тем, что все-таки это проскочило, потому что до этого сценария у меня было закрыто, значит, три раза тема декабристов, которую я начинал за 10 лет еще до 1975 года. А почему, на ваш взгляд, пытались как-то вот загасить празднование 150-летия? Боялись, что поднимется интеллигенция на этой волне? Нет, вы знаете, что, в общем-то, Суслов, конечно, смотрел в корень. И он не зря опасался этого, потому что он прекрасно понимал, что когда Ленин вывел Октябрьскую революцию от декабристов, он лукавил в политическом смысле. Ему нужно было много сторонников среди интеллигенции, поэтому он, так сказать, славу декабристам пропел, хотя и сказал совершенно, так сказать, нелепо, что страшно далеки они от народа. Неизвестно, кто был страшно далек от народа, так близок к народу его чаянием, страданием, потому что эти аристократы положили на плаху, можно сказать, богатство свои, чины, понимаете. У них все было, им ничего не нужно было. И это все во имя народа, во имя освобождения крестьянства, солдат и так далее. Понимаете, и наше демократическое государство поразительно не отмечает так сказать, эту дату. Вот эта буржуазно-демократическая революция просто не является не только праздником, но, так сказать, на нее так еле-еле кто-то откликается по невежеству. Не знаю, Владимир Яковлевич, знали вы об этом или нет, нашлись люди, которые решили повторить этот поступок. И там же, в Ленинграде, на Сенатской площади, прошу сюда ко мне на кухню, место интеллигентское вполне, Виктора Кривулина и Елену Игнатову. Итак, в 1975 году вам пришла в голову эта экзотическая, скажем, мысль выйти на Сенатскую площадь. У вас были санкции на выход на площадь? Санкций у нас, конечно, никаких не было. Кроме того, значит, Виктор Кривулин и, значит, Борис Иванов и Юлия Вознесенская, организаторы, в общем, этого действия, они не пришли на площадь, потому что были задержаны. А на площади оказались 11 человек, значит, среди которых был... Одну секунду. Они были задержаны каким образом? Стукнул кто-то? Нет, все было иначе. Дело в том, что они написали официальную бумагу о том, что мы собираемся... Значит, дело в том, что вот в чем еще эта акция. Мы не делаем ничего противозаконного. Мы живем здесь, в Ленинграде. Это наша страна. Почему? Это моя история. Почему я не могу выйти вот 14-го и как вот частное лицо? И мы послали письмо. Вот из-за чего все и началось. Куда послали? Мы предупредили Ленгорсполком, что вот несколько человек выйдет в 12 часов дня на Сенатскую площадь. Вспомнить о 150-летии восстания декабристов. И считают эту акцию вот, как бы культурной акцией, что ли, читать стихи. Мы даже не знали, что мы будем делать. Так же, как декабристы, кстати. Ну, наверное, стихи читать. Наверное, там кто-то речь бы какую-то сказал. Но дальше началось... Нас же открыто тоже не преследовали. Эта ситуация была интересная. Пришли к моему отцу. И сказали, что вот, ну, вот сын идиот, его, значит, вот посадят в психушку на всю жизнь. Я как бы вот с этой... Пока с ним говорили, я пришел домой, узнал, что его вызвали в КГБ и удрал из дома. Чтобы вот, значит, как бы к 12 часам вот выйти на эту Сенатскую площадь. Дальше началась слежка. Чем закончилась для вас вся эта история? Ну, я опаздывала, и поэтому пробежала... медному всаднику, как-то не глядя, так сказать, и, ну, милиция какая-то, ну, какие-то там, так сказать, толпы и прочее. И только когда, значит, я оказалась уже во внутреннем кольце оцепления, стало ясно, что происходит... Стоп! В каком еще внутреннем кольце оцепления? На всякий случай был оцеплен не только медный всадник, но и памятник Николаю Первому, который по другую сторону Исаакиевского собора. Дальше, значит, ну, какие-то милиционеры, вот, внешние, так сказать, вот, самое кольцо оцепления возле садика. Дальше по аллеям, они же кольцевые. Значит, они уже плотнее, но они расступаются, значит, и, наконец, я оказываюсь, значит, в толпе, где я вижу нескольких своих друзей, поэта Виктора Широли и прочее, и огромное количество людей, значит, одинаково одетых, очень красивых, надо сказать, молодых людей, значит, это были КГБисты, они вышли как на праздник, потому что впервые за 70 лет, видимо, так сказать, они должны были... Вот, видимо, подавлять восстание, я так понимаю, да? У них у всех были золотые галстуки какие-то золоченые. Было еще прохладно, так, значит, довольно... Это чтобы не выделяться в толпе. Да. Значит, у всех одинаковые штиблеты, и они все невероятно красивые какие-то, такие здоровые. И кроме там были милиционеры, которых я тоже никогда не видела после и до этого. Это был, видимо, парад, вот, так сказать, элиты. Там... Милиционер абсолютно похожий. Помните, как вот рисовали каравай в журнале «Крокодил» в 60-х годах? Вот такой с усами пушистыми, да? Вот совершенно такой вот этот каравай, так сказать. Значит, и мы бедные, 11 человек. Что с нами делать? И, значит... Извините, пожалуйста, сколько человек, вот примерно так в оцеплении оказалось, подавляли восстание? Сколько человек? Около 1500, может быть, больше. Но я могу сказать, что в отделении милиции, где я сидел, меня охраняли 2 отделения вооруженных милиционеров, которые дико на меня злились, было воскресенье, они вот из-за меня тут дурака торчат. А на площади в это время за Мариинским дворцом стояло 2 БТРа, которых мы вообще на улицах никогда, кроме как на параде, не видели. Ну, то есть... Серьезную опасность вы тогда, в общем, собой представляли, видимо? Дело в том, что это вообще был такой трагефарс, конечно, потому что, значит, все были озадачены. Во-первых, что с нами делать? Значит, все знают, кто мы такие, да? Когда подходит к, значит, моему соседу, говорит, ваша фамилия гражданин Левин, на что он говорит, моя фамилия Левин, естественно, да? Ты даже не гражданин, а просто Левин. Значит, мы вообще, так сказать, женщины слабо беззащитные. Вот поэт Виктор Широли, про которого тоже известно, что он человек темпераментный и вспыльчивый, ему, значит, бедному все как-то они его, так сказать, подталкивали, рассчитывая на драку. Я просто повисла, значит, у него на руках, чтобы он этого не делал. Судя по тому, что вы здесь, вы не были сильно осуждены и уж тем более расстреляны или повешены в Алексеевском Равелине. С чем я вас и поздравляю, потому что результат у вашего восстания был такой же, как и у того, собственно говоря. Столь же неопленные цели и такой же эффектный результат. Я очень рад вас здесь видеть. Женя, пожалуйста. Декабристов на то, что свои не будут стрелять в своих, едва не подтвердился. Николай не хотел ни идти ни на какие уступки. С наступлением сумерек какие-то части могли попытаться перейти на сторону восставших. В 5 часу дня Николай решил пустить в дело картечь. Послышалась команда: пальба орудиями по порядку, правый фланг, начинай первое пли, но выстрела не последовало. «Свои, ваше благородие», – сказал фейерверкер подбежавшему штабс-капитану. Офицер выхватил у него фитиль и сам сделал первый выстрел. В фильме «Звезда пленительного счастья» был ведь замечательный актерский ансамбль. Я рад пригласить на сцену замечательного актера Игоря Костолевского. Пожалуйста. И замечательную актрису Малого театра Татьяну Петровну Панкову. Пожалуйста, проходите. Кстати, недавно Татьяне Петровне исполнилось 80 лет. Наше поздравление. Пожалуйста. Кресло. Игорь, в 1972 году вы закончили «Гетис». По сути дела, это была ваша первая роль. Ну вот, не считая «Зори здесь тихие». Угу. Как слава пришла? Сразу? Нет, слава пришла не сразу. И вообще как-то на славу я как-то слабо рассчитывал. Хотя замечательный артист Олег Янковский, с которым я вместе снимался, он уже тогда был асом в кино. И он мне все время говорил: вот вы знаете, он человек интеллигентный, обращался на «вы» к молодой поросли. И он мне сказал: вы знаете, вот вы когда-нибудь, вот наступит день, и вы проснетесь знаменитым. И вот, по моим понятиям, такой день наступил, когда в кинотеатре «Россия» показали фильм «Звезду пленительного счастья». Я проснулся с утра и понял, что вот мне уже пора, значит, вот как раз пожинать результат моей славы. Я с утра вышел на улицу, как-то... Больших изменений не обнаружил. Как народ шел, так и шел. Никто на меня не смотрел. Но я понял, что, в общем-то, мне надо как подбираться к центру. Наверное, там меня насчет народа узнавать. Сел в троллейбус, поехал. Ну и там, в общем, таких изменений я не почувствовал в людях. И вдруг я уже совсем отчаялся, как я обратил внимание, что какой-то мужчина очень на меня пристально смотрит. Я подумал: ага, вот оно. И стал смотреть в другую сторону, делая вид, что я совершенно не обращаю на него внимания, но периферийным взглядом как бы за ним наблюдаю. Мужчина, значит, стал ко мне как-то так медленно-медленно приближаться, и я вот уже в ожидании того, сейчас он скажет: вот это вы тот самый, который вот у мотыля в «Звезде пленительного счастья». И в этот момент он мне сказал: скажите, вы не артист Гусев? Вот. С тех пор я понял, что со славой все не так просто. Просто, да. А вот вопрос к Владимиру Яковлевичу. Владимир Яковлевич, почему, когда вот мы готовили эту встречу и созванивались с вами, вы сказали, что ни в коем случае беседа не состоится без Татьяны Петровны? Почему? Любопытно. Вот. Ну, вы знаете, это, по-моему, вопрос даже как-то нелепо звучит, потому что Татьяна Петровна выдающаяся русская актриса, коренная актриса Малого театра, выросшая там, сыгравшая немало ролей шедевров, понимаете. Просто-напросто она фильм украсила, она просто сделала честь тем, что она согласилась сниматься в очень сложной картине, потому что, так сказать, приходилось ей физически немало, так сказать, выдерживать. Татьяна Петровна, вот эта роль такой взбалмошной барыни, такой типичной барыни такого 18 века, это вообще традиционная роль для Малого театра, ведь очень часто это можно встречать. Раньше вам приходилось играть что-то подобное? Ну, приходилось играть, разумеется, это и «Кабаниха» в «Грозе» Островского, и такая же, в общем, довольно самодурка в комедии «Доходного места» Кукушкина, так сказать, другая ее сторона. Но, вы знаете, я должна сказать, что я считаю себя счастливым человеком, и главным, один из главных моментов моего счастья — это то, что я снималась в этой картине. Прежде всего, конечно, потому что я считаю, что это одна из лучших страниц русской истории. А потом, конечно, то, что это удалось воплощать под руководством Владимира Яковлевича. Это не ответный комплимент, это действительно так, потому что вы сами понимаете, что в Малом театре была масса великолепных режиссеров, и Дикий, и Судаков, и Зубов, и Волков, да что тут ими, им легион. И тем не менее, столкнувшись вот в работе с Владимиром Яковлевичем, для меня это просто супер режиссер. И вы знаете почему? Потому что совершенно не давя на актера, он как бы предлагал. Хотите – берите, хотите – нет. Но настолько точно предлагал, что вы делали это почти без труда. Владимир Яковлевич, вот, насколько мне известно, все-таки фильм как-то претендовал на документальность. Однако, как вот мы тут все знаем, Геббель и Анненков на самом деле были людьми немолодыми, далеко не красавцами. Анненков был очкарик. Это авторская какая-то уже докрутка или просто вы не знали? Это вкус, очень хороший вкус, Владимир Яковлевич. Спасибо. Не так уж много, где одним из главных героев становится человек, который вообще в кадре не появляется, а голос только. Ну, есть такие примеры, скажем, «Июньский дождь», голос Игоря Кваши, «17 мгновений весны», Капелян, да, скажем. Вот в фильме «Звезда пленительного счастья» есть тоже такой голос. Этот голос принадлежит Владимиру Кочану, и благодаря этому голосу мы навсегда теперь запомнили грустную истину, что кавалергарда век недолог. Я приглашаю на сцену Владимира Кочана. Итак, «Кавалергарды» – музыка Исаака Шварца, как и вся музыка к этому фильму, стихи Булата Шаловича Акуджавы. Мне помогает в исполнении гитарист Андрей Белов. Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Напрасно мирные забавы продлить пытайтесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир подлунный, лежит тревога на челе. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка. И все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Не обещайте, деве юной, любови вечной на земле. Спасибо, Володь. Большое вам спасибо. На этом блистательном фоне мы заканчиваем встречу с 1975 годом. Женя, не пропустили ли мы чего-нибудь? Пропустили, безусловно. В 1975 году полетел в космос «Союз-16». Запущен третий агрегат Усть-Илимской ГЭС. Дебют Людмилы Семеняки в «Лебедином озере». Исполнилось 50 лет библиотеки имени Ленина. Разработана новая модель самолета Як-42. В Большом театре премьера оперы Молчанова «А зори здесь тихие». Астрономы Крыма открыли новую планету. Исполнилось 70 лет Михаилу Шолохову. Состоялась выставка «Связь-75». Первый совместный полет «Союз-Аполлон». Создан кардиостимулятор. Срок его работы 10 лет. 40 человек на место. Таков конкурс при поступлении в цирковое училище. Началось строительство Центра международной торговли. Елена Водорезова завоевала первое место на соревнованиях фигуристов Moscow News. В общем, это был обыкновенный год. В нем не было войны, в нем не было репрессий. Год как год. Для кого-то счастливый, для кого-то обычный, для кого-то, может, и печальный. Обычный год нашей с вами жизни. До свидания. До встречи ровно через 1 неделю.